десяткой писать после урока. Вот как нам так воззвать к Творцу из теснин, как Рабаш пишет, чтобы он нам ответил простором? Теснины за некра... Тесниной называется, когда есть отсутствие хасадим, отсутствие отдачи взаимной между вами. Это называется из глубин, понимаешь? А Творец, и ответил мне простором Творец, то есть он отвечает нам простором, щедрой рукой, большими хасадим, большим милосердием. Как это состояние Акли построить? Гам эх левакеш миа буре, тивакшу, тишалу эту буре. Как просить у Творца, тоже просите и спрашивайте у Творца, откуда я знаю? Спросите у него, как обращаться к нему. То, что делает другая группа, вам не поможет. Вы должны прийти к вашей конкретной просьбе. Это то, что мы хотим, чтобы это исходило из желаний, из ваших выяснений. И как раз такая просьба будет ваша личная. Ты не можешь взять какую-то книгу и начать читать оттуда, нет. А как нам это общее желание выяснить? Я не знаю, это ты сам найди. Только без этого не получится у тебя.